Стены исписаны, краска осыпается. Состояние подъездов в доме 56 на улице Касимовское шоссе оставляет желать лучшего. Косметический ремонт, по словам жителей, здесь не делали уже 15 лет. Ну вот я проживаю лично с 2011 года в этом подъезде. Когда мы покупали квартиру, здесь уже не было никакого ремонта. То есть состояние практически было такое. Мы писали, собирали подписи этим летом, на что нам ответ был письменный, что на балансе нашего дома 814 рублей. Официальный ответ. Вот мы собрали подписи и как бы никакого результата не дало. Сейчас мы видим состояние четвертого подъезда в доме 56. На улице Касимовское шоссе. Стены давно пора покрасить, а лифт заменить. Жильцы неоднократно писали заявление в свою управляющую компанию МПМК номер 3. Собирали подписи, но все безрезультатно. Ну, подъезд у нас грязный. И лет 20, наверное, ремонта не было. А так вообще у нас обещали год назад поменять лифты, никак не поменяют, и постоянно сырость в подъезде. Зимой выходишь как из парилки, как будто. Все ободрано, все стены, все очень плохо. Надо ремонтировать, даже заходить не хочется. Наша съемочная группа выяснила, когда же в подъездах проведут ремонт и заменят лифты. На вопрос нам ответил главный инженер управляющей компании Надежда Антипова. Обещали им, что мы сделаем в этом году им замену, это косметический ремонт, потому что нам фонд капитального ремонта обещал, что в этом году они заменят лифт. Но лифт почему-то перенесли на следующий год с отсутствием средств. И мы, естественно, перенесли автоматический косметический ремонт. У нас там план в плане замены лифта на следующий год, и как раз будем делать после замены лифта косметический ремонт. Поменяют ли лифты и сделают ремонт в доме 56 на Касимовском шоссе в следующем году, покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Григ Лотов, телекомпания «Город».